Здравствуйте, меня зовут Антон, и я хочу поделиться с вами фактами о чае. Чайные листья собирают с одинаковых кустов и деревьев. Всякий чай, и черный, и зеленый, это одни и те же чайные листья. Отличает их степень обработки. Так, например, черный чай не подвергается обработке паром, в то время как зеленый сильно обрабатывается паром, из него вымываются металлосодержащие вещества, и он поэтому становится нежнее. Самый нежный чай – это белый. Из него вымывается практически все. Остается только максимум вкусовых и полезных качеств. На сегодняшний день существует огромное количество видов чая, но по большей степени они разделяются на небольшие группы. Это белые чаи, желтые чаи, зеленые чаи, бирюзовые чаи, красные и черные чаи. Отличает их обработка чайного листа после сбора урожая. Большое количество пакетированного чая – это всего лишь чайная крошка, которая остается в результате сортировки чайного листа. Поэтому для ценителей чайного напитка, желающих отведать его полный вкус, рекомендуется покупать весовой чай.